Хой, союзники, а также случайные зрители, на связи Отспой Геймер. Ну и конечно же, прохождение долгожданной JoJo Heritage for the Future. И конечно же, это впервые, когда вы, мать вашу, выбрали сложность Normal, вообще, за всю историю канала. И знаете, там был перевес в один голос, черт возьми, а я ведь голосовал за Hard. Ну... Я понимаю, почему так, потому что люди, скорее всего, тут сидят, знаете, старички такие, они понимают, что значит максимальная сложность в старых файтингах. Максимальная сложность в старых файтингах — это алгоритмы, черт возьми. И да, игра на PS1, я это говорил, да? Эмулятор PS1. Так что мы выставляем Difficulty 3, я выбрал самую лучшую версию, есть на аркадном автомате, но это самая продвинутая и самая лучшая. Лучшая по звуку, лучшая по сюжету. Кстати, если вы не смотрели JoJo, а я смотрел весь JoJo, ну, 6-й сезон я начинал, но там еще не весь он вышел. Так что советую вам посмотреть весь JoJo, ну или хотя бы, надеюсь, вы посмотрели 3-й сезон, тот, о котором идет история в данном прохождении. Игра полностью на английском, на русском ее, к сожалению, нет, но я вам буду все переводить. Извините, если не буду успевать где-то там прочитать что-то, окей? Постараюсь переводить. Около Канарских островов, у берегов Африки, в Антарктике. 4 года назад. Этот гроб спасен. И впервые был обнаружен за эти 100 лет. Что же может быть внутри? JoJo's Venture. Вроде бы все сказал, да? А, да, в файтингах, кстати, я такой средний игрок, но частенько играю, да? Так что тут я изучал Джоторо и Апту. 2 персонажа. За остальных я плохо играю, но... Хотя бы так. Чуть-чуть я потренился. В Токио. JoJo, замечательное аниме. Наравне с клинком рассекающих демона. Для меня. Прям обожаю. Первая глава. Магистр пламени. Куджо Джотаро запирает себя в тюрьме, заявляя, что он одержим. Что-то злое находится внутри меня. Это должно быть... Было произойти не так давно. Джотаро! Попытки спасти своего сына, Холли, мать Джотаро, просит отца приехать в Японию. Джотаро! Что ты делаешь? Выходи оттуда! Ты можешь пойти со мной прямо сейчас. Оставь меня в покое, старик. Ты мне не нужен. Ясно? Абдул, попробуй ты его переубедить. Мистер Джоста! Я должен извиниться, однако, вы вынуждаете меня решить с помощью силы. Отставить, мне все равно. Вытащи его оттуда. Почему ты? Ну что ж, это завязка для драки. Да, тут нет момента с полицейскими, с пулей, с пистолетом. Естественно, я смотрел весь JoJo. Так что можете считать меня JoJo фагом. Реально, мое одно из любимых аниме. Ну что ж, в файтингах я неплох. Так что я как раз таки против того, кого сейчас дерусь, и учился драться. Получается, за Абдула, и вот за того, за кого я сейчас играю. А за других двух персов... А, там еще Игги будет. То есть за Игги, Полинорефа и... Ладно, не буду спойлить сюжет. Короче, за них я не учился играть, вот. Но комбинации, насколько я понял, тут одинаковые. ААА, ААБ и... Ну как ААБ, это у меня на сеговском джойстике. Ура-ура-ура-ура! Ну, это легко. По мере прохождения будет повышаться сложность. Посмотрим, что будет дальше. Все-таки советую вам посмотреть аниме или почитать мангу. Ну, я его вытащил. Моя работа на этом окончена. Это просто кажется. Считайте себя счастливчиком. Я хотел отправить тебя в больницу, однако вы сильнее, чем я ожидал. Послушай меня. У Абдула такие же способности, как и у тебя. Тебе не нужно было запираться. Джозеф рассказал ему о гробе, который был спасен 4 года назад, и о бессмертном вампире по имени Дио. Присутствие Дио заставляет таинственную энергию внутри Джотаро контролировать его. Ну и что ж, пока что без сейвов. Тут все равно бесконечные жизни, так что пофиг.
и Tokyo Trauma. Карта путешествия. Зачем я это перевожу? По руху. Это DS-13 был, да? Или как это было? Кто будет судить об этом? В тебе есть что-то странное и неправильное. И все же, ты должно быть мастер станда? Да, это я. Имя моего станда – Хэроб Хангуин. Я поклялся ему верности, я убью тебя прямо сейчас. Это твой станд? Какая гадость. Этот противно-зеленый цвет линии, как дыня. Я даю тебе предупреждение, если попытаешься напасть на меня, ты очень пожалеешь, Джо-Джо. Поверь мне. Меня так просто не напугать. А теперь позволь мне предупредить тебя, рассказать мне о Дио, или я уничтожу тебя и твой стенд. А расскажи мне, Дио. Ну, извиняюсь, тут слишком быстро летит, я не успел переводить. Это проблема, на самом деле, игры, и я его не скипаю, он сам. Ну что ж, поехали. Надеюсь, сильно джойстик не слышно. Ой, хорош, в воздухе сделал. Сейчас зажать его? А-а-а. Есть. Сейчас лаунч, главное сделать. Раз, два, три, лаунч. И пошел. Я хотел ура-ура-ура-ура сделать, но не получилось. Ну и так хорошо. KO. Так что буду я переводить Омана. Ну вы поняли, хотя бы так. На русском нет этой языке. Игры. Кокейн, не двигайся. Я сейчас попытаюсь удалить этот злой имплант. Я пытаюсь удалить то, что повредило твой мозг. Мой стан точен, как машина. Шикарно. Почему ты спас меня? Тебя могло убить это щупальце зловещего импланта. Я не знаю. В одно роковое утро у Холли появился стан, в результате чего она сильно заболела. Ты помог мне. Пожалуйста, скажи, как я могу спасти ее. Ты должен убить Дио и снять его проклятие. Это единственный способ. Джозеф использовал свою силу, чтобы визуализировать Дио в виде фото. Я хочу почувствовать его... Тоже почувствовал местонахождение. Я на реакке Кокейн пойду с тобой там. Холли, я спасу тебя, подожди тут. Отправляемся, сейчас. Итак, Джотаро, Джозеф, Авду и Кокейн отправились в Египет. Фух, еле успел, слушай, так быстро текст летит, кошмар. Это очень-очень сложно. И ведь никто не перевел эту игру. За столько лет. Это игра какого там? 90 какого-то года, да? А, нет. 98-го вроде, нет? Забыл. Нападение странного насекомого. Короче, что успеваю, то и перевожу. Хотя бы так. Глядите в оба. Другой владелец станда может следовать за нами. И быть в этом самолете. А? Это жук-олень? Что, черт возьми, жук-олень делает в самолете? У меня плохое предчувствие насчет этого. Авдо, это станд? Это другой владелец станда на борту? Это возможно, но я никогда не сталкивался с жукообразным стандом. Джотаро, он слева от тебя, он огромный. Отвратительное существо. Ну, оставь его мне. Он уклонился от его атаки. Он движется быстрее, чем Стар Платинум. Хей, он улетел отсюда. Что он собирается делать? О, нет. Хе-хе-хе, бинго! Я отрезал всем пассажирам языки. Теперь пора заканчивать эту работу, рисня! Этого не может быть. Хм, я такой сонный, почему ты суетишься? Ха, что это? Это кровь? Просто поспи немного. Я знал, что Хэроб Хангуин без проблем справится с обладателем станда такого типа.
О, жесть. За него я не умею играть. Но я сейчас сдохну. Кстати, в тренинг-моде его вроде бы нет, этого чувака, да? За него нельзя там играть. И как мне попадать по этой мухе? Капец у него... Слушайте, у него маленький хитбокс такой. Низ не достает. То есть у него действительно хитбокс наверху. Интересно. Блин, я охренел. Это самая сложная игра для меня в плане перевода. Ой, хорош. Чего? Два хита и... Охренеть он мне нанес. Очень сложно тут перевести. Тут очень быстрый. Черт возьми. Очень быстрый. Забыл ваше слово. Я уже русский начинаю забывать. Хорош, могу сказать. Тут очень быстрые диалоги, блин. Я не успеваю. Квах! Хм. Отвратительный стант для отвратительной персоны, как я и ожидал. Он был рожден, чтобы быть ничем иным, как злым владельцем стенда. Я думаю, деньги вскружили ему голову. О нет, мы в ловушке. Этот мразотный жук убил пилота. Вы никогда не доберетесь до мастера Дио, я сказал никогда! Что ж, пилоты мертвы. Все, что нам нужно сделать, это... Хей, старик берет под контроль самолет и заставляет его приземлиться. Кто еще мог разбиться целых три раза в одной жизни? Я скажу тебе, что я больше никогда не буду летать на одном самолете с тобой. Никогда! Код ночи? Окей. Кто это? Ты там. Я предскажу твое будущее, Авдол. Я предвижу, что ты будешь уничтожен своим собственным стандом. Авдол? Чотару, я не нуждаюсь в твоей помощи. Это место достаточно сильное, чтобы я мог использовать свою максимальную силу. Ну что ж, посмотрим, чего он стоит. Вот и Полинарев, за которого я не тренировался. Но за Авдова я тренировался. Так что могу показать кое-что. Посмотрим, как он долго продержится. Надеюсь, тут будет момент со статуей, как в аниме. Мне прям Авдов нравится. Пока что мой мейн перс на данный момент. Хотя Джотара с его ора-ора-ора-ора! Неплохой. Бэму! А, ну это второй сезон, извиняюсь. Ухо пища. Хорош. Хорош. Неплохо. Ди. Неплохо, да? Это из-за сложности, скорее всего. Иначе не понимаю. Ты такой высокомерный, ты осмелился бросить мне вызов своими предсказаниями. Я мастер этого искусства. Я был слишком неосторожен. Я думаю, что меня не победить таким детским пламенем. Фу-фу, я предвижу, что ты... что я буду сожжен заживо. Это моя судьба, и я приму это. У тебя сильный дух, и я не хочу тебя убивать. Пожалуйста, скажи мне, какова была твоя основная причина нападения? Джо-Джо, ты должен удалить этот злой паразит внутри него. Так, я удалил его. Я думаю, что он станет хорошим парнем. Ну, не в том смысле. Я тоже надеюсь. А, я тоже надеюсь. Теперь, когда Полинарев вышел из-под контроля Дио, он сказал, что ищет человека с двумя правыми руками.
Полинарев думает, что если у него возникнут проблемы, мастер Станда может попытаться атаковать их, и поэтому он присоединяется к путешествию. Слушайте, еле успел. Очень тяжело записывать и вот этот переводить. Очень быстрый текст, его еще нельзя самому задержать. Может, тут есть какая-то кнопка, чтобы задержать текст? Мне кто-нибудь скажет? Мне бы это очень сильно помогло. Слишком быстро текст бежит. Я не успеваю. Еще мой этот чертов акцент. Ловушка на морской дороге. О, QTE? Нихера себе. Интересно. Кстати, да, новые зрители, подписывайтесь на канал. Заходите в группу ВК. С новой компанией Полинарев, Джотаро и его товарищи решили отправиться в Сингапур морем. Я нашел безбилетника. Я передам ее полиции. Убери от меня свои руки. Отстань от меня, придурок. Эй, она прыгнула в море. Что за безрассудная девчонка? О, в этом районе проживает довольно много акул. Эй, дитя, ты будешь атакован акулами. Возвращайся, это опасно. О нет, ты глупая девчонка. Она ищет проблем на свою задницу. Чотаро, посмотри, что-то приближается под водой. Хорош. А тут всегда рандом, нет? Оставь это мне! Мой станд может атаковать на расстоянии, Харверфан Грин. Оно исчезло? Это не акула, это станд. Это значит, где-то рядом может быть владелец? Почему у него акцент? Окей. Он это самое безбилетник. Я арестую тебя, девочка. Эй ты, курение на палубе запрещено. Подожди секунду, кто ты вообще такой? Чотаро, не задирайся на капитана! Хм, он не капитан. Я сразу понял это. Он один из тех, кто контролирует станд. Станда? Что ты под этим имеешь в виду? Я обнаружил метод определения, является ли кто-то владельцем станда или нет. Когда владелец станда вдыхает дым сигареты, на носу появляется кровяная вена. Что? О. Что здесь происходит? Джотаро, это самая глупая вещь, которую я когда-либо слышал. На самом деле, да, я шучу. Но мы только что узнали, кто на самом деле идет. Ух! Я восхищаюсь тобой за твой крутой подход. Твое предложение, твое предположение было правильным. Я не капитан. Я управляю Dark Blue Moon Stand, который представляет собой обман и предательство. Следуй за мной или иди и утопись. Ты так жаждешь умереть. Хорош? Я даже это озвучивать не буду. И это тоже. Я не верю в это. Скорость атаки быстрее скорости падения. В чем дело, Джотаро? Он попытался утащить меня под воду. Здравствуй. Добро пожаловать в мою среду. Dark Blue Moon процветает в глубинах. Хочешь, я приготовлю суши? Конечно, ты будешь главным ингредиентом. Я приготовлю тебя и твой стан. В зависимости от того, что ты любишь. Просто взгляни вокруг. Разве ты не заметил водоворот, который создался с помощью Dark Blue Moon? Ты больше не будешь рассказывать рыбных сказок. А я — это время для суши. Нарезать и подать. Я согласен. Ой. Ну, зато вы посмотрели альтернативную сцену. Окей. У меня еще 10 попыток, 9 точнее. Хорош. Starfinger! Это верно.
Вас только что развели, как глубоководную шестерку. Хорош. Ну что ж, ребят, это было очень сложно, аж язык болит. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и посмотрите другие видео на канале, которые только что всплыли. Прямо как этот капитан, псевдокапитан.